Мелкая розничная торговля. В культурной столице нынче достаточно унылое зрелище. Собственно, не мне вам рассказывать. Каждый из нас сталкивается каждый день с этим. Но вот что интересно. Нынче жизнь дорожает и дорожает. На мой взгляд, крайне необходим мелкий ремонт. Ну, наивный вопрос. Совсем наивный. Ну вот ножик. Где заточить ножик? Глобальный вопрос, между прочим. А отсюда потрясающие воспоминания. Опять же. А может открыть старые советские дома быта? Это когда можно было прийти, сразу сдать в ремонт часы, обувь, ножик на заточку, ножницы и все в одном здании. Не самый плохой вариант, на мой взгляд.